12 апреля 1961 года летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире полет в космическое пространство. Старт корабля состоялся с космодрома Байконур в 9 часов 7 минут по московскому времени. Корабль выполнил один оборот вокруг Земли и совершил посадку в 10 часов 55 минут в Саратовской области. Даже спустя 58 лет это событие остается самым значительным для всего мира. Мысль о том, что находится за гранью облаков, мучила человечество с самых древних времен. И Россия по праву гордится тем, что первым человеком, посмотревшим на Землю из космоса, был наш земляк Юрий Гагарин. Уже более полувека он является примером для каждого поколения молодежи. Потому в День космонавтики Управление по делам молодежи Славянского района выступило с инициативой проведения акций «Улыбка Гагарина и поехали». Управление по делам молодежи проводит акцию, посвященную Дню космонавтики. Мы хотим, чтобы космос оставался нашей гордостью, и люди про него не забывали про подвиги наших космонавтов. Молодые активисты раздавали прохожим флаеры с изображением российских и советских космонавтов, а также стикеры, на которых изображен улыбающийся первый космонавт и написан слоган «Мы – поколение ЗОЖ». Вручая флаеры, волонтеры рассказывали о том, чем 12 апреля 1961 года было важно для истории, и призывали быть достойными подвигов космонавтов-соотечественников. И как-то непроизвольно, эта акция вызывала у всех на лице улыбку. Улыбку, как у Гагарина. Белым светом наполнен он, добрый, славный, себе смеется. Душа его как полигон, ему светло. И ей поется «Гагарин, я вас любила, ой, ла-ла-ла-лай, Гагарин, я вас любила, ой».